себе сама навредила Инесса в таком беге, проглядя, сколько у нас было 600 метров, но бег очень быстрый, я думаю, что, может быть, мы увидим результат даже из двух минут. 1:59:50 норматив на Олимпийские игры, и у Саши в этом сезоне уже 2:00:09 было, у Светланы Логи 2:02 было с небольшими. И вот Инесса Гусарова сейчас будет пытаться атаковать в борьбе за серебро со Светланой Логой. Смотрите, какая интересная борьба. Саша Гуляева вне конкуренции. Светлана Лога немного закрывает пробку Инесса. И нет, не выбегает. 2:00:33. Инесса Гусарова вторая. Она очень счастлива.